Так, друзья, приветствую. Хочу сегодня рассказать парочку интересных моментов про страховку, да, ну, как стандартные моменты, то есть я это называю полулохотрон, да. Итак, поехали. Первый момент. Ну, наше государство совсем редко делает нам подарочки, вот, и, ну, какие-то полезные законы принимает, на мой взгляд. Поэтому вот они приняли закон, что если вы взяли, ну, кредит самый популярный, да, кредит, то от страховки можно отказаться в течение 14 дней. Ну, которая, она по сути навязанная, да? Ну, в общем, ладно, такой государство такой типа, ну, ладно, раз негодяю навязывают страховку людям, давай им сделаем добро, давай. И типа можно в течение 14 дней там заплатили, купили вы машину за миллион, 100 тысяч страховка. Раз, в течение 14 дней отказались и вернули свои 100 тысяч. Вроде бы неплохо, да? Страховые компании изобрели красивый способ ухода. Они в договоре прописывают, что вот вы поберете, например, автомобиль, страховка со страховкой 13%, процент, да, 13 составляет, как это правильно, 13% процентов, ну ладно. Ну поняли, да, со страховкой 13% кредит, без страховки, то есть, ну вот сразу он повышается, то есть я знаю людей, которые покупали машину, отказывались со страховки, и у них раз, сразу кредит стал 23% вместо 13%. Им даже невыгодно стало, то есть они там переплачивают, грубо говоря, 150-180 тысяч из-за этого, а вернули 100. Поэтому учитывайте этот момент. И Центробанк такой нормальный, справедливый пункт договора. То есть, да, смотрите, государство с одной стороны позволило вернуть страховку в течение 14 дней, то есть вроде бы добро, с другой стороны, вы возвращаете страховку и потери в деньгах еще больше. То есть вам еще только хуже от этого становится. Зачем такой закон? И казалось бы, там некоторые юристы говорят, надо смотреть, прописано ли это в договоре. Да сейчас все прописывают это в договоре. Естественно, зачем банку не прописывать, да, это в договоре. Вот. Дальше еще маленький моментик. Страховая, то есть вы можете в течение 14 дней вернуть. Ну, в большинстве случаев должна вернуть страховая, там иногда банк. Но в большинстве страховая. Но люди идут в страховую. Страховая им говорит, не-не-не-не-не, вам надо в банк. Люди идут в банк, банк им отказывает. Вот. А страховая никакой документ не принял. Банк им отказывает, потому что это не банк, договор со страховой, страхование. А они опять идут в страховую, а там уже прошло 14 дней после отказа банка. И доказательств, что они обратились с заявлением, нет. Поэтому, если хотите возвращать кредит и где-то геморрой есть, лучше вообще во все возможные. И в банк, и в страховую подать заявление на возврат кредита. Обязаны они принять? Обязаны. Если они не должны возвращать, пусть дают отказ. Но потом у вас уже с этим отказом в суде, по крайней мере, есть возможность выиграть дело. Поэтому этот момент тоже учитывайте, что вот они вот так вот любят. То есть у вас 14 дней, вы приходите в страховую, страховой говорят, да нет, это не мы, это банк должен вернуть. Вы идете в банк, пишете заявление, а банк вам не должен возвращать, потому что у вас со страховой договор. И банк, соответственно, вам отказывает, а уже 14 дней прошло, вы обращаетесь в страховую, они вам отказывают, 14 дней прошло. И все. И как бы умысел, да, на вот это мошенничество, полумошенничество вы не докажете. И еще один моментик хочу рассказать. Обратился ко мне человек, учитывайте тоже. Страхование жизни и здоровья кредита, да? Вот. Ну вот случай такой был, человек умер. То есть он когда пришел страховать, кредит взял крупный, пришел страховать, все нормально у него. И как бы застраховал жизнь и здоровье. А там прошло 5 лет, он умер. И родственники обратились за получением, да, страховой выплаты, иначе зачем столько денег отдавали за страховку, да? Знаете сами, да, кто кредит брал за навязанную страховку, сколько денег платить приходится. И, соответственно, человек этот пришел, ему отказывают в выплате страховки. Я говорю, покажите. Он мне показывает, а там, знаете, как там страховой мелким почерком прям прописано в пункте прям. Страховая, типа, имеет право отказать, и там чуть ли не весь перечень заболеваний. И там самое главное, любые заболевания, там, связанные с алкоголем. И, ну, понятное дело, да, какая тема алкоголя у нас в стране. Вот, поэтому человек там может прийти, да, здоровым быть, а там, ну, раз какая-то проблема, там, может от алкоголя, может не от алкоголя, там, еще же, тоже там, когда пожилые люди трупы вскрывают, чисто так. Найти бы какую-нибудь причину, да, может быть, сердце остановилось от чего-то там, а причину напишет там, не знаю, что-нибудь там с алкоголем связано. Ну, я так, к примеру, это я утрирую, да, но тем не менее, то есть там прописан такой перечень, на страховку очень часто отказывают страховки по жизни и здоровью, потому что там все так прописано, что должен прийти абсолютно здоровый человек, вот, абсолютно на 100%, и вести супер здоровый образ жизни,
умереть от своего здорового образа жизни. И, может быть, тогда его родственники смогут получить страховку. Кстати, кто беспроблемно, вообще беспроблемно получил страховку, наследники по жизни и здоровью, ну, напишитесь в комментариях, хотелось бы видеть вообще. А в целом, будьте готовы, что, ну, прежде всего, как внимательно изучайте этот договор, потому что, ну, правда, страховые компании существуют не для того, чтобы помогать людям, а для того, чтобы зарабатывать денег. Это я всегда смеюсь. Знаете, если посмотреть, что собой представляет то ли большинство, то ли почти все адвокатские конторы. Хотите посмеяться? Вот реально вы сейчас посмеетесь. А адвокаты сейчас мне опять гадости будут писать, но вы сейчас посмеетесь. Адвокатское образование в Российской Федерации почти все некоммерческие организации. Вот и все. То есть они почти все некоммерческие организации. Вот там, ну, кроме исключений некоторых. Ну, даже звучит смешно, согласитесь, да, адвокаты, которые там за представительство по уголовному делу берут 500 тысяч при условии, что вас все равно посадят, вот, а куда вам деваться-то, да, либо без адвоката, либо адвокату бешеные бабки платить, вот, ну, это сотрудники некоммерческих организаций, мне всегда это звучало весело, я, конечно, знаю, да, как это выкрутить, что даже некоммерческая организация имеет право зарабатывать там деньги и так далее. Ну, неужели, вот вы, вот правда, вот знаете, когда-то я пост сделал про гаишников, что, ну, кто идет в ГАИ, да, ну, в ГАИ идут, ну, зарабатывать деньги, ну, либо от безысходности, но в адвокаты, ну, кто идет в адвокаты помогать людям, да, экзамены тяжелые надо сдать и так далее, вот, опыт, ну, определенные условия соблюсти, и ради чего, ну, понятное дело, это и неплохо, что люди идут зарабатывать деньги, ну, как можно вообще некоммерческую организацию, адвокатскую контору называть, я вот этому всегда удивлялся, если какой-нибудь адвокат без озлобленности, да, о том, столько фанатиков, какую тему не затронь, Путина затронешь по-хорошему, например, то сразу накидывают все, кто против Путина, у вас сразу руки начинают трястись, вы... Ну, столько больных людей в стране, вот подумайте, вы это или не вы. Если вашу тему трогают, тему, с которой вы не согласны, затрагивают, и вас начинают вот так вот руки трястись, комментарии надо писать, автор, ты, я раньше автора уважал, думал, ты нормальный. Один пост я могу написать, например, который вас не устраивает, себя устраивает, не устраивает, и начинается, автор, ты правда юрист? Я раньше думал, ты нормальный юрист, а ты, оказывается, ни хрена не юрист. То есть человек, анекдот такой был, да? Анекдот такой вспоминается. Типа, если человек построил там, 100 мостов, да? И один раз, пошлый анекдот, да? И один раз, я так испорчу все, конечно, но я не хочу его рассказывать, как он есть. Потому что я знаю массу пошлых анекдотов. Вот, я когда-то любил именно очень пошлые анекдоты, чтобы щечки у девушек краснели, рассказывать, вот. И, ну, поэтому немножко их коллекционер. Но, в общем, если человек построил 100 мостов и один разочек стал гомосексуалистом, его запомнят не как строителя мостов, да, а как гомосексуалиста. Вот. Поэтому, то есть, точно так же у меня получается. Там, пишешь посты, пишешь все, спасибо, спасибо, спасибо. Написал про Путина, хорошо. Все, кто ненавидит Путина, все, руки затряслись. Юрист, козел. Написал про Путина плохо. Все, кто... за Путина, юрист, несмотря там на все другие полезные посты, козел, написал, ну и так далее, то есть, какой бы там, СССР я написал, жив, про СССР жив я написал, что, ну, негативный пост, все, сразу ручки затряслись, вместо того, чтобы внятно рассказать, начинают, а ты юрист, а ты точно, да ты ни хрена не знаешь, да ты ни хрена не разбираешься, да даже если ни хрена не разбираюсь, ты, если считаешь, что ты такой гений, ты же по сравнению, ты читаешь мой, вот, видишь, смотришь мои видео, ты считаешь себя по сравнению со мной гением, да, это я, дурачок, который вообще, ну вот, развиваюсь по жизни, развиваюсь, у меня сейчас 40 лет, и я понимаю, что чем я больше изучаю, тем я меньше знаю. Ну вы вот, да, вы умники, я уже ушел, да, от темы страхования, как обычно, но вы вот умники, которые все знают, которые уверены 100% в своей позиции, вы вот проверьте себя, вот вы дурачок, тупоголовый. Если как только вы видите, что кто-то с вами не согласен, все, у вас руки начинают трястись, и прям вы даже не... Все, как зомби вы к компьютеру, и по клавишам автор-козел, автор ничего не соображает. Вот так вот вы себя ведете, с точки зрения, спокойных людей психически. Я, может быть, и не очень уравновешенный, но все равно относительно здоровый.
Поэтому давайте, переставайте быть фанатиками. Это цель такая у негодяев, сделать так, чтобы каждый был фанатиком своего. Кто-то за, ну, за любую движение, да, я даже не могу. Все что угодно там. И религия, и политика, и земля плоская, да. Вот, все намешали, все, везде должны быть фанатики, вегетарианцы должны, вот, казалось бы, вегетарианцы едят, да, свою еду, ничего плохого не делают вам, кто против вегетарианства, че у вас руки трясутся, казнить их, и, на, вот, и наоборот, люди едят мясо, да, вы вегетарианец, че вам надо, блин, приходить в их паблики и писать им гадости, что вообще происходит со страной? Почему не может быть все нормально? Почему государство не может принять закон? Два закона было принято за последнее время, приличных, да? Ну, вот с моей точки зрения. Это вот, что страховку можно отменить, которую навязывают. И банкротство физических лиц. Так банкротство физических лиц, которое бесплатное, так под него почти никто не подходит. А которое платное, так оно очень дорогое. Вот, человек обычный сам не разберется. И страховка... Вернуть страховку вроде бы можно было, люди покайфовали, банки нашли выход, давай до свидания. То есть, ну что вообще, я вот помните, у меня пост был, назывался «Страна приболела». Ну реально, страна приболела.